Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня 14 февраля. Вот такая у нас погода. На улице минус 9, снега нет, ветер сильный, сдувает прямо с ног. Сейчас я нахожусь в Неклиновском районе. Вот он, хутор Федосеевка. Здесь вот у нас поля, камыши. Там прямо село Троицкое. Показываем вам реку Меуз. Река замерзла, лед стоит. Летом мы сюда часто приезжаем. Постоянно на природе. Папа здесь любит рыбу половить, раков. Здесь вот люди себе сделали мостики для рыбалки. Мостики, в принципе, тут везде. Вот там дальше по реке много мостиков. Не знаю, будет видно на телефон или нет. Здесь у людей дворы прям к реке выходят, и у них вот здесь мостики для рыбалки. Красота. Вышел со двора, половил. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. До скорых встреч.